ребятки, закончились мои духи. Там еще есть немножко, что ты врешь. Ну, как ты сказала, одно масло. Поэтому будем открывать духи с прошлого нашего отпуска в Дубай. В Дубае. Потому что тебе уже не жалко. Да, потому что все равно летим через месяц. А, у меня, наверное, пальцы пропахли теми. Сейчас прикинь, по-другому пахнет будет. Почему по-другому? Они оба из Дубая. Вау. Как говорится, чем больше тратишь, тем больше получаешь. Прикинь, уроню сейчас. Братья-близнецы? Нет? Чё? Ничего, не видно, что цвет разный? А, да. Это как будто бы матовый. Чё за трэш? Я говорю, прикинь, сейчас не те будут духи. Те. Это что, папа пришел просто. Да. Я его позвала. Как его? А почему... Крышка другая. А ты куда причепурила сегодня? Пить. Я думала есть. Нет, ну ладно. На самом деле праздновать мои права. Угу. Прикиньте, на права сдала. Шок-контент вообще. Столько изменилось за это время. Ну ладно, давайте встретимся с вами уже 25 марта. Ну чё, сегодня 25 марта 2024 года, и мы собираемся в Новосибирск. Ну, сначала мы заедем за нашими родственничками. Они первый раз летят с нами в Дубай, представляете? Будем им всё показывать. Да, настроение такое. Будем им все показывать, восхищаться вместе Дубаем и тому подобное. Наслаждаться едой, морем. Вот. Мне надо положить вот это сюда. Погнали! Чиназа сюда. Время 10:10. Мы выходим. Возвращаться нельзя. Ты ничего не закрыл еще. Мы вообще-то за ключами твоими в прошлый раз возвращались. Так, нажимай, потому что я не могу. Да, хорошо тебе. Иди открывай дверь. Ты нормально? Ой, блин, капюшон слетел. Меня отправляли как самую молодую мусор выкидывать. Ой, ой. Потом сумку я свою уберу. Ты села, да, как я ударилась? Что потом? Катю, заберу свою, уберу. Ага. Застегни, папа, что-то. Ну что, хорошей нам дороги? Да. Дом, пока. На недельку. Тепло, однако? Ну, не особо, уж тепло. Нет, может, тепло. Это румяна. Ага. Как
третий кот. Третий кот. Рюкзаки надо. Все в сборе? Да. Чемоданы все вот так. О! И тут сюда тоже страшно. Вообще, кажется, как будто первый раз. Сын, Дим, у тебя тоже как первый раз? Ага. О, Олег, уменьшенная версия. Вчера Олег в очках ходит по дому, я говорю, ты Тимоша вылитый вообще просто. Так. Едем. Что? Котик, так и что? Да, да. Как на сметану. У нас остановочка. Первая остановочка. По Фрейду. А, у нас сломаны эти. Щетки. Щетки. Поэтому... А мы, кстати, вчера я Саше об этом рассказываю, что щетки сломаны. Саша говорит, ну а что, пусть сам протирает. Я говорю, едет, правой рукой руль держит, а левой рукой высунулся, а окно протирает. Все так слышишь? И было, видишь, как... Ветер, ты закрыла, говоришь, слышишь? Да. Ты пошла, я говорю, зря Катя шапку не надела. Какой ветер от мужского магазина после, да. Я ее давай, вчера, скажи, она уже такая болотно-зеленая. Что скажешь? С зеленым вообще круто. Померила, я говорю, нет, что-то как-то, я говорю, не празднично. Да, он... Тут уже так много снега растаяло. Да, тут надела потом толстовку. Ой, блин, выключилась. Что-то не помню, я какой-то... Заехали в Новосибирскую область. Что ты думал? Капец. Капец, чё? Чё? Остановились, он такой просыпается. О, нифига. Я говорю, чё, я спал, что ли? Ну, ты даёшь. Я думала, я не усну. Угу. А тут снег пошёл. Зима. Чем дальше, тем что-то как-то не это, да? Не по-летнему. Не по-дубайски как-то. Ну, какой-то промежуток уже. Небо разве его синенькое, всё. Новосибирск. Типа сняла. Ирин, убери камеру. Я теперь не удивляюсь, что Саша на ирригатор нажимал. Что за погода? Что за погода? Самое интересное, ладно, еще погода такая. Так еще это дорога. Смотрите, я научилась снимать. Запечатлили этот момент. Да. Вообще дорога вся раздолбанная. Это что за Новосибирская область? Наконец-то. Доехали до Новосибирска. Ну вот, 13:34. Так же, как в том году. 13:46 было. До аэропорта еще? Не, в Кемерово ехали в прошлом году. 13:46. Приехали на заправочку. Что-то как будто холодно откуда-то веет. Или это жарко было вот это. Это папа. Печенька. Да. Я что-то прям нос замерз. Что-то там женщина в громкоговоритель говорила. Не снимайте в капитане. Мы в Новосибирске. О, смотри, какая тут машина. Фигня полная. Это вроде. Этот... Снимать ее. Да. У нас такого нет. Сейчас нам где-то минут 50, час ехать до паркинга аэропортовского. Правда. Я всю дорогу еду, у меня что-то в глаз попало. Тушь или что-то. Капец. Литрики вон наливаются. Интересно, насколько он там заправляет. Вот. Камера сама включает. Ага. Вот мы и приехали на Fly Parking. Да пап, слева. Каждый раз как первый.
Всем спасибо. Приезжайте еще. Вот наш автобус ждет. Съемку ведет Тимофей. Олег, салфетки достань со своего. Распаковка. Что-то жирно. Пахнет. Жирный. Это меньше приятнее, приятно будет, чем пакетом. Грязь. Чем грязь. Да ты поставь его сюда уже. А, там же чаёк, да, у вас есть? Да. Ты там на 0,5 поставил? Так я его просто запарила без сахара. В российский. Да, всё, жарко. Давай бутылку. Зашутился, блядь, туда-сюда. Поели. Тебе салфетку дать? Да. Начинает суетиться. Он у меня и в окно может выпрыгнуть. Олег, ты видел? Олег, смотри. Даже если выпрыгнет, Катя. Чтобы не заляпаться. Смотри, как прикинь, сейчас мимо. Тыщ, обидно мы. Вот тот промежуточек. Маме нужно беляшную открывать. Беляшную можно открывать. Такая вкусная. Мусорка. Такая вкусная. Нет, там еще есть. Пицца. Просто огонь. Мужики нормальные работают, слышишь? Да, да. А просто раз нормальные были. Честный отзыв о флайпаркинге. В Новосибирске. Я говорю нормальные. Там сидит мужик нормальный. Ну я просто надеюсь, что вы помните тот случай, когда нас забирали в прошлый раз. Но он нам все равно не испортил никаких впечатлений. Мы все равно ставим только тут. Удобненько, да? Олег, ты что, еще съешь кусочек? Нет. Ты что? Ну, да, и в аэропорту сейчас едим, да. Mm-hmm. Я тоже хочу в аэропорту. Вот так вот. Зима. Да? Просто тут, мне кажется, невозможно. Давайте тогда снег. Ага. А я рюкзаком черпанула всю машину. Какие-то местные сумасшедшие. Ой, а тут с какой стороны-то заходить? С этой. Холодно, капец. Что, с этой стороны садимся? Не стой. Дверь здесь. И там дверь. Я не знаю. Холодно вообще. У тебя это глупо? Возвращались? Да, один. Телефон забыл. В зеркало посмотрели, садись. Так, телефоны по себе. Телефоны взяли. Да. Рюкзаки с документами. Деньги. Да, да. Все, поехали. Все, поехали. С Богом, Богом. Все, поехали. До Дубая так? Дубай. А, на 19.40. Вот. Да, ну да. А я такая с пакетом красное-белое, с пиццей и остатками. Ну что ж он такой тяжелый там? Мы еще вроде только педали взяли. Какой нагрузило. Устали без очков уже. Надевай. Конечно. Посмотрели наш вылет. Я его, правда, не вижу. А, вот этот, да? Второй снизу. Да. 19.30 по расписанию. Ну, надеемся. Пока что. Фух, тут хоть тепло. У меня, короче, умный чемодан от Xiaomi, который сам едет. Куртки убираем. Что у меня? Да. Фу, красота.
этот шикарный переход от красоты. Ой, аэропорт. От внутреннего красивого на внешний идем некрасивые. Давай, давай, давай. Эх, что-то пошло не так. Сильная. Сильная. Ее сегодня поднакачаешься. Одна я на расслабоне. На ступеньки не умеет заскакивать. Амортизаторов нет. Да, масштаба не хватает. Чуть-чуть потолки давят. Я вообще на самом деле в шоке. Да? Вот почему всегда так внешние авиалинии, ну просто... Зато внутренние сделали, как я не знаю что. Вот приедут к нам из другой страны, посмотрят вот на вот это и скажут, что? Что это? Ну они, видишь, как хитро сделали. Вход один, через красоту. Че у тебя опять он? А наши? Как циркуль по кругу. А наши не додумались до этого, до одного входа. Нас сейчас вообще на 2 года закроют. На реконструкцию, да? Да. Полосы взлетной. Вот так, только через Новосибирск, Новокузнецк. Ну, где как людей вообще нет. Ну. Смотрите, вот у нас, да, на стойке вот наш номер ФЗ-964, а вон там, вон, кто летит в Усть-Каменск, Каменогорск. У них IQ, короче, 516. Ну, типа, поняли, да, у них IQ 516? Кто-нибудь понял мой юмор? Да. Это... То есть это... Вот на... за 3 часа регистрация начинается прям четко. Ой, а мы в бизнес стоим. Тут одна очередь. Так, мы зарегистрировались. У нас 8 ряд. DEF. Конечно, подождем. DEF. Так что еда нам так. Кати, да, у Кати 17-й ABC. Так что еду нам быстро должны принести. Нас тут фиг найдут. Найдут, если захотят. Она же знает. Сели. О, нифига тут удобно как. В этот раз сели в пельменные, но заказали. Но заказали все равно в этом, в чашке кофе. Оп, Соня, вот так. Соня, так, может, оп. Птичку затопить, если холодно? Ага. Ой, тут еще типа птички поют. Нам надо бы ореховый раф, и тут на ложечке мне прикольно принесли печенюшку. О, это ореховый раф? Да. Типа орехи отдельно, раф отдельно. Да. Что? Я надеюсь, орех не отдельно вот это, как ты сказала. Доедаем пиццу вкусную. Помидорка. Тим, тебе вкусно было? А вам, мужчина, вкусно? Мне очень вкусно. Одно пиво, что нам? Вместо 0,5-0,45 еще и теплое принесли. Второе пиво заказали. Сидим. А его, оказывается, никто и не наливает, и вообще забыли про нас. Обслуживание, конечно, здесь.
Что в прошлый раз? Что в прошлый раз, что в этот. Оставляет желать лучшего. Все, мы идем наверх. Посмотрели наш самолет, ну, на котором мы будем лететь. Ему что-то 486 километров осталось до Кемерово. Ой, до Кемерово, до Новосибирска. И он прилетает. Так что, надеюсь, сядем без всяких задержек. Прилетим, можем домой пельмени взять, нас встречать. Мешек сварим. Вон сидят, смотри, едят. О, прикольно. Те лепят, а эти едят. Ага. Пробуют. Проба. А, да, это дегустаторы великие. Да. Ну, не такие уж великие. Почему? Прикинь, да, вот ты сидишь, что-то тут делаешь, а, ну, люди смотрят. А у этих тоже готовка за стеклом, да? Да. И еще такие, как ты, типа, снимают. Да. Вот найдутся ж люди еще, которые будут идти и снимать. Соня, это. Ты знаешь вот это вот, зачем так колонны сделали? Типа, нет. Что это? Нет. Что это? Что колонны это? Колонны вот эти зачем так сделали? Опора. Это турбина от самолета. О, вообще не похоже. Ну, ты же знаешь, как она внутри устроена, да? Реклама, да? Ладу Весту. Кать, давай так же, как уходили с Соней. А я смогу, да? Да вы в припрыжку там шли, да-да-да-да. Это наоборот, вот так выходить надо, а вы так заходили. А, спрятаться? Спрячься. Не видела? И она... Ну, Олег, уйди. Олег. Тим, уйдите. Иди сюда. Что Тима она там делает? Зубы чистит. Я вообще не удивлюсь, если она еще ирригатор с собой взяла. Посадка производится через выход номер 22. Неудачно смылась. Салфетку. Что? Мы от тебя спрятались. А Тим стоит такой просто. А что Тим, если папа тоже выглядит? Я сначала папу увидела, потом уже Тима. Нормально забрызгала. Это зубы она чистила. Проходим, короче, эту таможню. Ты не слышно ничего. Проходим таможню. Ну, слышишь, во-первых, меня очки попросили снять, но это вообще на паспорте не похоже. У меня там и белые пряди, и сейчас я, ну, статная девушка, да, понятно. Ну и он меня спрашивает, с кем летишь? Я такая, с мамой, с папой. Он говорит, когда дата рождения у мамы? Я такая, ну, сказала. 02, да. Мы не будем говорить, потому что прошлый уже и так все знают. Вот, и он такой, как будто готовилась. Я говорю, ну, блин, прошлый... Каждый раз спрашивают, а у родителей одинаковая почти дата. И я вот такая в голове у себя все прокручиваю. Вот, тут, да, блин. 24. Проходим эту металлорамку, обратно вернулись. Телефоны, часы в корзинку складываем. А вообще везде на тумбочке клали. Время 6:05. Чуть-чуть совсем уже забыли. Полтора часа до вылета. Эта посадка сейчас уже будет вообще скоро. 6:50, по-моему, посадка. 6:50? Угу. Вообще классно. Ты готов? Все, давайте зайдем оттуда. Вот так вот мы ждем посадку. А я начинаю монтировать влог.
все, через 10 минут посадочка, а там уже быстренько и взлетаем. Чемоданы? Наш же, да? Наш. Вот он. Где? Вот этот внизу. В углу, видишь? А, да, коты. Да, да. Один еще. Розовые грещи. Загружают самолетик наш. Посадка уже началась, а он решил взять... Дайте мне что-нибудь. Что, ты дашь? Вот, давай, доставай. Ну-ка, это. Вроде как у нас уже началась посадка. Наверное, скорее всего, были бы на полчаса позже. Что? Тим провидец говорил. 19:06 уже. Он сказал, будет в 8. Что, округлим, говорит, в 8. Я говорю, не надо так округлять. О, как тут вниз, да, резко. Спуск. Ира, а что про не снимаем? Вот наш. Машина! О, прикинь, мам, самолет Почта Россия. Это он что, типа с посылками? А, реально с посылками. Да, да, без окон даже. Офигеть. Олимпийка у вас? Да, вот она. У нас такие стюарты классные. Во-первых, они мужчины. И... Красивые. Так. Что? Короче, один, который смотрит посадочные билеты, он такой, ну все, типа, welcome, ну, типа, добро пожаловать на борт. И начал, типа, другим говорить посадочные, типа, они не понимают. Я говорю, посадочные покажите. Он такой, посадочные? Я такая, да, посадочные билеты. Короче, повторил. Билет. Хорошо, билет. А потом второй, типа, говорит, добро пожаловать на борт. Такой, типа, говорите по-английски. Я такая, да, я говорю. И он такой меня спрашивает, типа, будешь транслировать им все в Дубае? Я такая, да. Он говорит, о, amazing. Ой, все, капец. Мы взлетели. Не хочется. Время 8. Время детское. Нет, что ты хотел? Это Дубай. Без хлебушка. Вот, принесли нам поесть. Давай, открывай ты свою. Давай. Чикен. А что? Чикен? А, чикен нудл. С нудом. И вегетарианская с пастой. Помодоро. О, а что-то там не нуд? А, я помню, у вас в прошлый раз такая же была, помнишь? А где нут? Ну вот тебе нут. А, ну да. Мам, можно я у тебя заберу? Да. Потому что, открой, потому что я так понимаю... Я помню, нам давали то же самое в прошлый раз. То же самое. Да, да, абсолютно то же самое. Ну вот. Соня, вытащи вилочку. Все, будем есть. Приятного нам аппетита. Сейчас прошел
про английский. В самом начале полета. Ну, не полета даже, когда сказала, заходили. Это вам это подарок за то, что ты говоришь по-английски. А это что? Это орехи. А я сидела и говорила маме, я так хочу орехов. Просто капец. Вот. Мы с Севеном, когда летали, давали орехи. И Соня говорит, я бы сейчас орех поела. Съела Сникерс с орехами. Вот сила мысли как работает, да, Соня? Да. Мы уже садимся, кстати, если что. Ну неужели мы сели? Не знаете. Еще и хорошей ночи пожелали. Ночь будет просто волшебная. Да, сел вообще хорошо. Взлетел хорошо, сел хорошо. Улетел долго в турбулентности, да? Да. Так, что-то. Ну не особо сильно трясло. Ремни светились долго. Bye, thank you. Bye. Thank you. Где мама? Опа, катуйте. Идем искать наш автобус, который отвезет нас до отеля. Мы вернулись, кстати, назад в будущее. Сейчас время 23:40. Ой, 25 марта. Нас отправили вон туда, к мечети, куда-то идти. Там будет, сказали... трансфер нас ожидать. Лучше бы на такси поехали. Или как в марте в прошлый раз нас отвезли на... Ой, спасибо, что так громко. Или чтобы как в прошлый раз нас отвезли на машинке. Ой, у меня ж... Подождите! У меня аж, блин, чемодан это... перестал ехать. Да. От такой красоты. Что это за машина? Вот так вот я ее оп, сниму аккуратненько. У меня вон там колесо застряло в этот... штуку в какую-то. Ой, какой бронированный танк едет. А, вот флажок. И вон флажок. Все, нашли. Вот Fun and Sun, да. Вообще, сколько прилетали сюда, ни разу не замечали мечеть. Что-то я уже долго сама себя снимаю. Это тяжело и очень опасно. Я чуть не наступил, я чуть не... Так разлёгся. Нас на маленькой, наверное, отправят, да? Больших автобусов я не вижу. Я вообще пофиг. Синий дуб неправильно разрезал. Ну, реально. Ну че? Ты теперь тоже такое же ощущение осталось, как рукой сняло? Ну, у меня голову только побаливает. Из-за орущего ребенка? Наверное, и из-за кудахтающих вечно сзади. Ну, лапы такая вытянула вообще. Единственное, что я сейчас хочу, это орешки. Которые тебе подарили за английский. Ну нет, вообще у нас кешью были с собой рюкзаки в чемодане. Так что я, наверное, их буду. Сейчас будем опять
по ночному Дубайчику гонять. Я сейчас красивый видео сниму. Вот наша мечеть, мимо которой мы всегда на море ходили. Ну что, тебе нравится? Угу. Сразу фоткать. Крутяк. Вон Бурдж-Халифа. Мне тоже надо забрать. Слушай, я с пляжа ее помню, а с этого ракурса не помню. Что это? Где там? Вот здесь. Ой, как... Ой, я испугалась. Уютненько. Вечером, прикинь, как тут классно. Еще на фотках, но там вживую. Масштабненько. Вот здесь, наверное, завтраки будут проходить. Это, наверное, завтраки, да, будут? Вот тут. Красиво. Давай уже на завтра определимся вон там, возле... Стекла, да? Ты что, сейчас тоже забронировала? А чё так красиво? А ты не ожидала? Нет. Смотри, вон. Вот там, смотри, бассейн и зал. Бассейн крытый только. Закрытый только. Открытого нет, ага. Не, опять в камере, не умирай голосом, пожалуйста. Он у меня что-то охрип. Ты видишь, какой вид там, он мечеть какая классная. Вообще. Он шевелится. Медведь? Я говорю, я испугалась, шевелится. Так, ну, может, он просто неправильно 7 написал. Очень грубая ошибка. Двери. Получили мы наши вещи, получили мы наши номера. Ой. Такие мы. Хочу краской похвалить. Ну, не перекрой. Ацетоном. Тим, так, тебе второй... не поставили чемодан? У нас четвертый этаж, по идее. А 403. Карточка, где твоя? Что, тоже? До скорых ласковых объятий. Че, вы что-нибудь поняли? Все поняли, что ты ничего не понял. А вставь, нажал. Все, достал. Прикольный. Let's go. Ну, да. Ну, подождите. Самый большой по крайней мере, да? О! Hello! Я? Ой, в каком-то мы. Ой, какой он большой вообще. Ой, а что-то так едой пахнет. Окей, thank you. Оу, Бурдж-Халифа.
Russ? Yeah. Yeah. Okay. It's for extrovert. Ah, extrovert. Кушетка. Вау, какая она большая. Охренеть. Это просто охренеть. Вот это номерище. Кусочек намечить. Вау! Даже кусочек. А, вот он, холл. Нет, это не холл. О, это холл. It's a hall. Ой, прикольно. Ничего не видно. Офигеть номер. Он сказал, что он нам дал большой номер с кроватью. Шкаф такой огромный. Зеркало. Ну все. Уже, я так понимаю, всем понятно, да, в каком номере мы будем тусить? Да, можно не делать обзор, да? Вау. Катя с Тимом только домой, наверное, ходить будут это, спать, мыться. А как они к нам подниматься? Так, туалет. А реально. А мы карточку можем отдать? Да, обмен картами должен произойти. Тут такой отдельный туалет. Тут отдельный душ. Ой, я хотела... Не дала чего-то масштабного. Потому что... Не, ой. Не потому что надо знать английский язык, и он сказал, что у нас экстра рум. Обалденный номер. Вот это самый лучший из Дубая, по крайней мере, сейчас. Особенно, прикинь, как будет днем. Смотри, какой мне плед принесли. О, нифига, смотри, ты видел, он наклеили? Да, чемодан. На этом было, я видела. И чехол наклеили. Да, смотрено. Как бутылки. На бутылке, да, клеят? Особенно, прикиньте, когда будет днем. Вот, вот это вот открыть, будет красота. О, это ну вот, я и умылась. А, сейчас я покажу вам поближе, какие мне дали мне штуки. Ой-ой. О! Спец по-русски. Тоже умылась, да? Да, они вот. Ну, да, вот это настой. Берем. Кровать, это вода. Видишь, вот. Такие орешки. Три. Три таких упаковочки. Ой, как раз доснять, пока вспомнила конец влога. Да, у меня так, события за последние 10 минут от нас ушли. Катя с Тимом, я почистила зубы, у меня пошла кровь из носа. Я кое-как остановила. Да, шла просто, хлестала тут. Все вообще было, ну ладно. Вот, вид открыли, там, правда, ничего не видно. Со стола не убрали, будем завтра убирать. Со стола не убрали. Завтра, сегодня. Да, сегодня вставать нам во сколько, а мы будильник не будем ставить, да? Кушетку. Да блин, отправили спать туда отца. Он говорит, я не буду показывать вам его. Уйду туда. Вот, видишь, кондёр выключил кондёр. Укутался куколка. Шелкопряд. Тут его шелкопряд. Ну, в общем, мы говорим вам спасибо огромное за просмотр этого видео. Я знаю, что есть прям супер-гипер-мега фанаты нашего канала, да? Вот, поэтому огромный приветик вам, спасибо, что нас смотрите. Ну, хейтеров мы тоже любим, да? Будем ложиться завтра. Всем спокойной ночи. Ну, как рано? Завтра. А там уже 5 утра у нас. А, да, в России уже, да. Всем сладких снов. Не в России, а в Кемерово. Хорошего настроения. Пишите обязательно комментарии. Лайки обязательно. Просто обязательно лайки. Пересылаем ссылочки другим людям. И Made in Romania. Пока.